зачем я эту сцену? Выйдет один из самых титулованных учащихся струнного отделения. Лауреат двух международных юношеских конкурсов, ученик Марины Семеновны Логиновской, Артем Котов. И к двум его лауреатским званиям в сентябре 98 года добавился еще замечательный приз на взрослом конкурсе скрипачей имени Липицера в Италии. Этот приз имеет такую формулировку. Премия за произведенное впечатление и высокое мастерство. С чем мы поздравляем и самого Артема, и, конечно, его педагога. Сенсант Рондо Капричоза, солист Артем Кодов.
концертмейстер Елена Геннадьевна Суранова. Бах. Сарабанда, дубль. Буре, дубль. Из партиты си минор для скрипки соло. Thank you.
Thank you.
Два каприса. Номер 3 и номер 17. Thank you.
Thank you.
Второе отделение концерта. Антракт 10 минут. Начинаем.